Всем привет, с вами я и мои мысли. Значит, не так давно, где-то примерно в августе месяце, пришло вот такое уведомление на почту мне о том, что поменялись правила в отношении неактивных аккаунтов. Ну, здесь можете сами почитать, я сейчас оставлю. Суть в том, что неактивным считается аккаунт Google, который не использовался в течение 2 лет. Мы оставляем за собой право удалить такой аккаунт, его данные, информация о действиях в нем, если он не был активен в сервисах Google не меньше, по меньшей мере, 2 года. Вот. Ну, это первое, как один из вариантов. Как можно, ну, мало ли вам предстоит там уехать куда-то, и вы не сможете до Google, до своего аккаунта добраться, или еще что-то, да? Как можно вот сейчас уже настроить фактически аккаунт, чтобы он был активен минимум 1 раз в 2 года? То есть добавлять видео минимум 1 раз в 2 года. Значит, сейчас мы выходим из этой и переходим в «Добавить видео». Вот добавляем видео. Выбираем файл, как обычно, как всегда. Значит, я ищу. Значит, я вот записал видео, вот это. И буду сейчас его добавлять. Называется оно «В командировку. Обзор отеля». Сейчас оно будет добавляться. По мере того, как будет загружаться, да, здесь мы можем писать, можем не писать ничего. Это уже там выбираем плейлист. У меня его нету пока. Новый. Новый плейлист. Создаем, пишем. Обзоры. Обзоры всего. Доступ открытый. Создать. Все. Обзоры. Добавляем, пишем. То есть ставим сюда галочку. Обзоры. Окей. Указываем аудиторию. Нет, это видео не для детей. И открываем. Видео подходит для зрителей младше 18 лет. Можно здесь что-то ставить, можно не ставить. Добавить теги, не добавить теги. Сами думайте, что вам здесь ставить. Наука, техника, хобби, люди и блоги. Вот так оставим. Вот. Включены, отключены, пусть пишут, пусть активно будет. Вот. Но это вот видео вы сейчас не увидите его. Вы будете ждать его 2 года до появления. Вот. Так, я все. У меня здесь все идет обработка HD. Уже загрузка завершена, осталось 40 минут. Нормально. Пишем далее. Здесь я ничего не буду добавлять. Я не люблю, когда что-то там всплывает в окошках. Заграждает полезное. Пишем далее. Значит, авторские права пока еще не проверены. Так, проверка пока не прошел, но тем не менее. Сделаем далее. Сейчас самое главное. Значит, здесь что нужно будет поставить? Поставим открытый доступ и запланируем публикацию. Вот тут нажимаем. Вот здесь можно поставить дату, когда вы хотите, чтобы она вышла. Вот давайте мы сейчас максимально понажимаем. Куда мы можем уехать?
То есть я могу вот сюда, январь 26 года, 31 января 26 года поставить. Вот, 31 января 26 года в 0 часов выйдет это видео. А сейчас начало 24 года. То есть вот в течение плюсом всего, если я сейчас завершу и больше не буду выставлять видео, то через 2 года вот это видео выйдет. Здесь можно поставить 24 часа. Видите, нет такого времени. Можно поставить 23:59. Вот. Назначить премьеру. Настроить премьеру. Я здесь обычно ставлю природу. 1 минута или 5 минут. Сохранить. И вот смотрите, что вот в это время, вот в это время выйдет это видео. То есть в 26 году это выйдет. И все. Вот таким вот образом. Ну, теперь дождемся проверки. Вот видите, нарушение не найдено, все нормально. Все, доступ есть. Далее. Сейчас обработка закончится, я ее отправлю. Но, тем не менее, вы поняли, как можно сделать. То есть в 26 году, 31 января, 26 году, фактически за 1 минуту до Нового года, 27-го, выйдет это видео. Значит, следующие 2 года. YouTube его не закроет, этот канал, если я буду неактивен. То есть фактически от сегодняшнего числа 4 года получается. Не 2 года, как по состоянию YouTube, а 4 года. То есть таким образом можно разбить не только там 31, можно по полгода ролики разбить, обработать сегодня их, разбить по полгода и выставить их. Таким образом, канал, если что, смогут закрыть только в 27-м году. Вот такая вот тема. Кому было интересно, ставим лайки. Кому не интересно, ставим дизлайки. Пишем какие-нибудь комментарии. Вот и...